Так, друзья, едем сейчас делать прививки Ричарду и Бусе. Прививки делаем каждый год. Есть паспорт ветеринарный. Туда вписываем. Сейчас покажу вам. Ричарда паспорт. Он Яхан по родословной, поэтому подписан. И Бусин паспорт. И сделаем прививки, сюда впишем. И когда Макс осматривал Ричарда, он обнаружил на одном пальце какая-то припухлость, немножко покраснение у Ричарда. Ну, давай сейчас покажем, Рич. Вот видите, здесь вот такая припухлость, но никакой ранки нету. И вот чуть-чуть есть покраснение вот здесь. А вот для примера второй. Видите, здесь нет, вообще ничего нету. Вот сейчас поедем к ветеринару делать прививки и посмотрим, пусть он посмотрит, что это такое. Ну, нажимаешь, ему абсолютно не больно. Вот. Но я не помню, чтобы это было. То есть, что-то там такое. И с другой стороны тоже смотрел, ничего не нашел. Ничего там такого внутри нету. Ладно, поедем к врачу. И когда приедем, включу камеру и расскажу, что он сказал. Ну все, друзья, приехали от ветеринара. Сделали прививки. Ричарду прививка стоила 800 рублей. Бусинке прививка стоила 600 рублей. И 200 рублей стоило лекарство для лапы. Размещу, короче, сейчас тут это лекарство. Как оно выглядит. Так. И вот это вот на лапе, это дерматит межпальцевой складки. Обработали и сказали обрабатывать вот этим средством, которое я вам показывал. Чуть не забыл прошлое видео по поводу ушей. Все, с ушами все нормально, уши вылечили. Теперь ушки у него чистые. Вот если заглянуть туда, надеюсь, будет видно. Все чистые, вообще никакого там налета нету черного. Вот, надеюсь, будет камера передаст. Так что с ушами все нормально. В общем, друзья, большое спасибо тем, кто ставит лайки, подписывайтесь на канал. Отдельное спасибо тем, кто пишет комментарии. Вот. Вот. С вами был Сергей и французский бульдог Ричард. Пока.